Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю! С момента смерти звезды российского кино и известного спортсмена Владимира Турчинского прошло вот уже 10 лет. Актера не стало утром 16 декабря 2009 года. Он умер от сердечного приступа. Как живет и как выглядит единственная дочь Владимира Турчинского сейчас? Девочка, которой на момент смерти отца только исполнилось 10 лет. Давайте узнаем в этом видео. Турчинский был очень близок со своей дочкой и часто брал ее с собой на работу. Спортсмена не стало всего месяц после того, как его дочь отметила свой первый юбилей. В своем интервью она вспоминала, что осознание того, что папы больше нет, пришло к ней не сразу. Ей и ее маме Ирине понадобилось много лет, чтобы смириться с горькой потерей. Сейчас же Ксения отдает все силы и время на факультете школы-студии МХАТ. Она хочет стать продюсером. На учебу она поступила буквально год назад. До этого она с отличием закончила школу, а потом взяла небольшой перерыв, чтобы насладиться последними свободными годами перед взрослой жизнью. В это время Турчинская путешествовала и работала моделью в Китае. Потом она все-таки взялась за ум и решила наконец-то получить образование в сфере искусства. В важных жизненных решениях она, как и раньше, ориентируется на советы своего отца, который проводил с ней много времени. Пару лет назад она сделала в память о нем татуировку на руке. Ксения очень похожа на своего отца, как внешне, так и по характеру. Подробности личной жизни Ксения хранит в секрете. Ранее она рассказывала, что папа задал очень высокую планку для ее будущего мужа. Он был образцовым семьянином и лучшим другом своей дочки. Через пару месяцев близкие Турчинского соберутся вместе, чтобы почтить его память. 16 декабря исполнится ровно 10 лет со дня смерти любимого миллионами Динамита. Уважаемые зрители, а вы еще помните такого актера и спортсмена, как Владимир Турчинский? По каким ролям он вам запомнился? Напишите свой ответ в комментариях.